Порошенко встретился с главой МВФ в Давосе. Президент и директор фонда обсудили экономическое развитие Украины и новую программу сотрудничества. Президент Петр Порошенко в ходе встречи в швейцарском Давосе с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудил сотрудничество Украины с фондом и новую программу «Стендбай». Об этом в среду, 23 января, сообщает пресс-служба главы государства. Было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета и инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом, говорится в сообщении. Президент сообщил о мерах, предпринимаемых с целью реформирования налоговой и таможенной сферы, обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора, проведения большой и малой приватизации. Директор-распорядитель МВФ отметила лидерство президента в проведении реформ в Украине и выразила уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года, сообщили ВАП. Как сообщает пресс-служба фонда, Лагард подчеркнула необходимость ускорить реформы в Украине. По словам Лагард, она подтвердила, что МВФ готов и впредь поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более сильному, экономическому, росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей, заявила глава МВФ. Ранее в МВФ заявили, что экономический рост Украины – все еще слабые усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.